Первый кекс-опыт. Ох, милый, ты жаждешь слышать обо всех моих сладких секретах, не так ли? Хорошо, я расскажу тебе о моем первом кекс-опыте. Когда-то давным-давно я решила испытать свои кулинарные способности и попробовать приготовить кексы самостоятельно. Я зашла в магазин, купила все необходимые ингредиенты: муку, сахар, масло, яйца, ванильные экстракты, конечно же, шоколадные капли. Вернувшись домой, я начала готовить. Сначала я смешала муку, сахар и размягченное масло в большой миске. Затем я добавила яйца и ванильный экстракт и аккуратно все перемешала. Потом пришло время добавить шоколадные капли, которые сделали кексы еще более сладкими и аппетитными. Я предвкушала результаты и с нетерпением поставила тесто в формочки для кексов. Поставив их в духовку, я терпеливо ждала, пока они пропекутся и наполнят кухню ароматом свежей выпечки. Вскоре кексы были готовы. Я достала их из духовки, и они выглядели просто восхитительно, золотистые, пушистые и соблазнительные. Я не могла удержаться и сразу же попробовала один. И вот оно, мое первое кекс-искушение. Они были нежными, влажными и полными шоколадного вкуса. Я наслаждалась каждым кусочком, понимая, что моя кулинарная авантюра была полным успехом. Таким образом, мой первый кекс-опыт оставил во мне вкусные воспоминания и вдохновил меня на дальнейшие кулинарные эксперименты. А ты, дорогой, любишь кексы? Расскажи мне о своих кулинарных приключениях или о том, что ты любишь готовить. Я всегда готова услышать и поделиться интересными историями. Yeah.